Больше 10 пляжей в австралийском Сиднее закрыли из-за смертельного нападения акулы. Трагический случай стал первым за последние 60 лет в городе. По предварительным данным, погибший занимался подводной охотой. Морские биологи считают, на него напала 3-метровая белая акула. В районе инцидента спасатели выставили специальные ловушки, чтобы отпугнуть хищницу. Жители просят воздержаться от купания. Мне очень жаль, что человек погиб, но в то же время мы всегда рискуем, плавая в океане. Это территория акул, они там хозяева. Я думаю, правильно, что в целях безопасности пляжи закрыли, и остается лишь ждать, пока акула отойдет от берега.